удар, подхожу, как играешь, видите? Да? Вот где-то я пытаюсь, выходя ногу, я беру его за руку, вторую, вы мне можете упасть. Удар, подхожу, как играешь, видите? Да? Вот где-то я пытаюсь, выходя ногу, я беру его за руку, вторую, то же самое ситуация, да? Удар идет, я подхожу, нога, удар хожу, уракен, как и дальше. Я подхожу, могу просто руками, нога идет, нога, раз, и подсечка, упал. Нога, удар хожу, уракен, как и дальше. Я подхожу, могу просто руками, нога идет, нога, раз, и подсечка, упал. Мокота? Это стойка, которая подходит противнику. Мокота? И в этой стойке еще раз удар идет. Раз, да? Подхожу, удар вперед, удар. Идет. Как и дальше? Мокота? Могу просто взять и уйти за него. Видите? Отсюда. И отсюда его тоже в эту сторону высечь. Мокота? Подхожу, удар вперед, удар. Идет. Могу просто взять и уйти за него. Видите? Отсюда. И отсюда его тоже в эту сторону высечь. Вот это. То есть это стойка, которая создает разные возможности перемещения подхода противника. Еще одна важная стойка. Еще раз достали. И сейчас стою, подхожу, как отдача, и поворачиваю к ней, бросок, санчин дальше. Видите, какая важная история? Подхожу, как отдача, и поворачиваю к ней, бросок, санчин дальше. Видите, какая важная история? Магата? Спасибо. Ну, тогда что видите, эти вещи застали? Раз, какай. Два, какай. Повернулись, санчин. Магата? Если вы делаете поворот санчин не через какай дачи, санчин теряет силу и становится стойкой, которая является стойкой для броска. Магата? И поэтому очень важно. Да, сейчас получим стойку какай дачи. Смотрите, вот застали пятка на прямой. Это пятка. Под нее сели. Потому что время сидим. Если прямые ноги, ничего не сделаете. Должны сесть. Вот это? То есть, смотрите, вот вы встали, пятка, как. Пятка, как. Пятка, как. Морды, мор. Так, как. Ш, как. Ш, как. Молоты, мор. Ну когда?